Шалом, дорогие друзья! С вами я, Леви Ашер Харпатин. Вас ждет свежая майса. Однажды к Большем Тову отправился старый, бедный еврейский портной. И говорит Большем Тову: «Да, цадик, когда у меня были маленькие деньги на пропитание, я не ходил никому за помощью. Но сейчас у меня совсем нет денег. Я не могу прокормить свою семью. Пожалуйста, помоги мне». На что Большем Тов сказал: «Ты должен отправиться в некое местечко, где есть старый мост, и под ним закопан клад для тебя». Так он и сделал. Он отправился в это местечко, обнаружил мост и начал копать. Позже он встретил, что в эту сторону идет еврей. Он увидел то, что он тоже бедный, не очень пристойного вида. Они немного разговорились, и второй портной, он тоже был портным, сказал ему: «Я был у Большемтова, и он мне сказал то, что в этом местечке живет один тоже старый бедный еврейский портной, и в этом доме, где он обитает, есть печь, и за ней находится клад, но я там ничего не нашел». И тут он понял, что речь идет о нем, потому что он единственный портной в этом поселении, и он шел со стороны его дома, и он тут же рванул к себе домой, побежал изо всех сил и обнаружил клад за печкой. Он был очень рад, он счастлив, он понимал, что Большем Тов ему помог, что он послал знак через этого еврея. И тут он понял то, что я клад нашел, у меня все хорошо. А этот человек его не нашел, потому что его клад был под мостом. Большем Тов специально нас свел. И он побежал опять в то местечко, и еврей оказался там. Он говорит: «Слушай, твой клад под мостом. Я хоть и пытался найти, но я не нашел, потому что он не для меня предназначен, а для тебя». И тот еврей нашел клад. Тут они уже счастливы, и все хорошо. И пришла мысль в голову: а как нам их правильно разделить? А на что первое потратить? А как вообще, как правильно распорядиться? И они отправились к Большем Тову. Большем Тов говорит: у тебя дочь на выдане, а у тебя сын не женат. Им нужно пожениться. Да, нужно играть свадьбу. Так вы объедините свой капитал, и у вас будут крепкие семьи, которые будут во всех сложных ситуациях вас поддерживать. С тех пор у них все было хорошо. Чему нас учит эта майса, дорогие друзья? Во-первых, нужно слушать учителей, мудрецов, раввинов. А во-вторых, мы всегда должны думать о ком-то, как тот еврей подумал о другом еврее, который не нашел клад. То есть мы всегда должны думать о ближнем. Давайте соответствовать этим параметрам и этим правилам. Браха вецлаха, всем хорошего дня!